Суд в Швейцарии оправдал Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Бывшим руководителям ФИФА и УЕФА грозило до 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и коррупции. Расследование началось, когда прокуратура заинтересовалась переводом от Международной федерации футбола на сумму 1 800 000 евро на имя Платини. После 6 лет разбирательств вердикт стал облегчением для бывшего капитана сборной Франции и видного спортивного функционера. Комиссия ФИФА по расследованиям решила, что надо запретить заниматься любой связанной с футболом деятельностью мне, человеку, который посвятил свою жизнь футболу, который отдавал ему всего себя. Затем меня назвали коррупционером, мошенником, фальсификатором. Мы подумаем, что можно сделать. Я это так не оставлю. Платеж, будучи руководителем ФИФА, проводил Йозеф Блаттер. Чиновники утверждали, что это оплата работы Платини в должности помощника главы федерации. Об условиях они договаривались устно, отсюда отсутствие письменных свидетельств. Истрактовав сомнения в пользу обвиняемых, судьи сочли аргументы защиты достаточными для вынесения оправдательного приговора. Сторона обвинения может обжаловать его в ближайшие дни.